Сражение на льду. Так отметили День защитника Отечества мальчишки дворовых хоккейных команд Октябрьского района Новосибирска. Но прежде, как и положено в праздник, подарок. Его подготовили депутаты городского совета. И оказалось, не ошиблись. Тему продолжит Константин Клещин. На улице Бориса Богаткова большой спортивный праздник. Мастер-класс ребятам проводят профессиональные тренеры команды «Сибирь». Пока вот мы третий год, получается, занимаемся здесь. И такого еще не было. Прекрасная возможность для ребят подрасти профессионально. И такого мастер-класса для нас еще не организовывали. И это, ну, большое дело. Профессиональных тренеров пригласили депутаты городского совета из объединения «Единая Россия». Партия уделяет внимание дворовому спорту, и его поддержка может быть разной. Ребята это высоко мотивированы, и мне хотелось бы поддержать их не только морально, но и как бы и пригласить тренеров. Сегодня мы им вручаем дополнительно какое-то оборудование, конусы, всякие шарики, шайбы, там, то есть такое оборудование, которое нужно для тренировок. На сегодняшний день в Новосибирске 6 дворовых хоккейных команд. Для них организуют чемпионат. Но проблем в детском спорте много. Главное, не хватает площадок. А те, что есть, не все оборудованы, как, например, вот это в Октябрьском районе, где установлен теплый модуль с раздевалками, туалетом и спортзалом. Вот таких именно площадок не хватает нашему городу. Для того, чтобы вот дети, те, которые не попадают в спортивные школы, могли заниматься именно с определенными условиями и получать определенные навыки. И планы на развитие дворового спорта уже есть. Это строительство новых площадок и совершенствование тех, на которых идут тренировки. Например, на этой коробке планируют сделать мягкое покрытие, чтобы юные спортсмены продолжали заниматься и летом. Константин Клещин, Константин Менин, Новости ОТС.